Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас я вам расскажу, хочет ли Даша вернуть Максима, готова ли она его простить. А вы мне напишите в комментариях, хотели бы ли вы, чтобы они остались парой. В своем инстаграме Даша недавно написала. Сколько разных почему, да как, так, а что если, Даш, ну а может, ежедневно я читаю от вас. Конечно, все эти вопросы касаются отношений проекта Максима. Я отдаю себе отчет, что большинство из вас пришли на мою страницу и мою жизнь во время просмотра серии проекта, и уже после того, как Холостяк сделал окончательный выбор. Я понимаю, что многие из вас надеялись на сказочный разворот событий и большую историю любви. Я как бы тоже, но сложилось именно так, и я искренне верю, что у Вселенной для меня особые планы, и что я буду счастлива просто немного позже. Мой недавний юморной челлендж за победу показал, сколько же есть моих людей, которые поддерживают и любят меня, которые принимают меня такой, какая я есть. Это очень ценно. Вы знаете, настоящая победа – это не победа в проекте. На самом деле, мое участие не было соревнованием. Настоящая победа – это вы, ваши теплые отношения, искренние добрые пожелания, душевные слова, любовь. И я так рада осознавать. Спасибо, дорогие. Ваша Даша.